Это кино про любовь. Фильм нежный и трогательный. В нем, наверное, все очень похоже на окружающую реальность. Но откуда такая безысходность? Откуда столько тоски и как разорвать этот бесконечный круг игры в семейную жизнь? Посмотрите, сколько вокруг главных героев собралось несчастных людей. Людей, у которых по разным причинам нет семьи. Такое ощущение, что кинематографисты перебрали весь Ленинград. Плакать хочется. Но в этом и состоит сила киноискусства. Это нереальная жизнь. Кино – это своеобразный кубик Рубика, где вы можете видеть одновременно только три грани. Остальные три грани авторы фильма вам пока не показывают. Их покажут когда-нибудь потом, например, в следующей серии. Но ведь как приятно сопереживать, пустить слезу, может даже что-то вспомнить, глядя на портрет взрослого сына или дочери.